Друзья, всем привет! Это видео для тех, кто проходит обучение по видеокурсу «Крой, пошив и декорирование нарядов для торжеств». Среди огромного объема информации, которую мы слышим сегодня, не всегда понятно, какую брать и использовать, а какую отторгать. И я ссылалась на книги со значком «Высшее образование» в предыдущих видео. Я хочу вам объяснить, что входит в программу высшего образования, как вообще какая-то тема становится частью высшего образования, по имеющейся у меня информации, которая мне известна. Я хочу с вами поделиться. Например, вы, я и еще там какое-то количество людей решили написать диссертацию. Написали каждый свою, защитили. И потом из общей совокупности диссертаций в министерстве могут выбрать какую-то одну или несколько и сделать частью государственной программы обучения. То есть мне известно вот такой подход. То есть просто так, из ниоткуда, они не появляются, эти программы. Вот каким образом, какой путь, вот такой путь я знаю от людей, чьи программы становились частью образовательной системы. На сегодня все. До встречи в новых видео.